Физкульт-минутка у нас сегодня непростая, а какая? Физкульт-минутка у нас сегодня называется «Ангелочек». Ангелочек. Ну что, ребята, начнем. Становимся ровненько, и начинается физкульт-минутка. Давайте повторяем вместе с нами. Прилетели ангелочки, становились на носочки, вверх руками потянулись, и друг дружке улыбнулись, крылышки расправили, в стороны направили, наклонились до земли, словно тяжести несли. Ножками потопали, ручками похлопали, поскакали в высоту, чтобы там поймать звезду. Глубоко вздохнули, плечи развернули, повели руками чуть над головами. А теперь нам всем пора делать добрые дела. Какая замечательная ангельская физкульт-минутка у нас сегодня получилась. Молодец, вот у нас помощник тоже был. Ну что, а где же наш тигренок? Тигренок, позови, пожалуйста, тигренка. Тигренок, здравствуй, тигренок. Я надеюсь, ты тоже с нами делал физкульт-минутку, правда? Ты выучил ее? Молодец, молодец, тигренок. Ну что, а мы сейчас, ребята, с вами продолжим.